Как я рада! Как я рада, что у тебя там все хорошо! Что ты говоришь? И погода хорошая? Просто замечательно! Просто замечательно! А как у нас дела с папой? А у нас все хорошо! Да, вот, по набережной гуляли. Знаешь, мы сегодня так посидели в ресторане, что даже отлеживаться пришлось. Да, да, да. А что ты думаешь? Конечно, конечно. А что здесь такого? Ну, конечно, мы ходим по ресторанам, мы гуляем. Но мы же сейчас не совсем старики у тебя, доченька. Мы же еще ого-го. Да, у нас еще есть порох-пороховница. Конечно. Что? Что ты говоришь? Но ведь и ты нас, доченька, еще не порадовала внуками. Да. Да, я понимаю. Очень много дел, забот. Конечно. Ты не торопись, не торопись. Это уж как Бог даст. А ведь тоже тебя очень долго ждали. Зато вон ты у нас какая. Красавица уродилась. И умница какая. Да. Да. Что? Что ты говоришь? Я не слышу. Да? У самого сниматься будешь? Просто замечательно, доченька. А в какой роли? Что? В роли студентки-разлучницы? Нет, это хорошая роль, да. Главное, она правдивая, да. Нет. Это ты у папы спросишь, как получше в эту роль войти. Да, он тебе расскажет. Что, доченька? Как папа? А ничего, папа. Все как всегда. Без пяти. Нет. Нет. А он сейчас не рядом. Он отошел. Недалеко отошел. В кусты. Что? Передать ему привет. Хорошо. Хорошо, Верочка. Я обязательно передам ему привет. Ты знаешь, он так по тебе скучает. Ведь ты же у нас папиночкина дочка. Помнишь, как ты смешно в детстве говорила? Папиночкина дочка. Верочка, как он не хотел отпускать тебя в эту Америку. Ведь если бы я тогда не настояла, была бы ты сейчас бедной студенточкой в каком-нибудь вузе. Что ты говоришь? В театральном? Ну хорошо, ну хорошо, театрально. А кого ты у нас такая? Артисточка-то родилась. И умница, и красавица. Жаль только, что самолетик-то летел, летел. Прямо в океан упал. Вульк. И нет нашей доченьки. Вульк. И нет нашей красавицы. Вульк. И нет жизни.
Я давно тебе, доченька, признаться хотела. Ведь это... Это я тебя убил, Верочка. Да, я. Помнишь, я тебе рассказывала, что когда мы хотели с папой твоим пожениться, то монетку зачем-то бросили. Вот прямо тут, на этом месте, на набережной. И загадали. Если будет орел, значит поженимся. А если решка, значит не судьба. И выпал тогда орел, орел, посмотри, посмотри, доченька, ведь и правда же орел, орел выпал, орел. А что? А мы правда, мы очень хорошо жили, доченька. А как мы ждали тебя, особенно папа. Ты знаешь, какой он вам показался. Все сам стирал, готовил, а меня ни к чему не подпускал. Даже купал тебя, только он. А мне говорил. А мне говорил. Утопишь. Утопишь еще дитя. Утопишь. Еще дитя. С тех пор у нас, доченька, так и повелось. Если нужно было принять какое-то важное решение, то мы обязательно монетку бросали. И вот поспорили мы с ним, учим, пускать тебя в Америку или нет. А он не хотел.